Здравствуйте, уважаемые. Пожалуйста, сам губернатор Санкт-Петербурга Албин Игорь Николаевич, слушаем вас. Группировка сил в зоне чрезвычайной ситуации продолжает работать. Площадь мы увеличиваем до 40 квадратных километров. Я попрошу руководителей на местах организовать тщательное обследование всей территории. Необходимые материалы для идентификации тел пострадавших. Это очень. Продолжается третий этап поисковой операции. Проводится дополнительное обследование частей фюзеляжа самолета, сложных участков местности. Завершается фотодокументирование с указанием координат обломков самолета. Всего работают 75 психологов. На территории Санкт-Петербурга проведены судебно-медицинские исследования доставленных бортами МЧС останков погибших. Взяты необходимые образцы биологических материалов от погибших. И параллельно проведена процедура взятия биологических материалов родственников погибших, которые уже вчера доставлены в Москву. 290 километров на север. Поисковая работа продолжается. Проблемных вопросов нет.